Дамы и господа, всем снова привет, с вами Алекс Про. Сейчас вот еду домой после очень продуктивной встречи с Олегом Павлицовым. Спасибо, Олег, красава, все прошло огонь. Очень интересную тему мы с тобой обсудили. Стратегии, тактики развития, как развиваться команде Starex в проекте Leverus. Как вообще нам двигаться вместе дальше. Как сосуществовать, как вместе отдыхать, чем заниматься. Как вместе достигать успеха и позитива. Ребят, я могу вам посоветовать одно. Чаще встречайтесь со своими коллегами, партнерами, со спонсорами, с вышестоящими, со своими участниками, со своими друзьями. И прибудет с вами успех, позитив, сила, естественно, хороший профит. Давайте всем приятных выходных, удачи и огонь!